один фантаст сказал: у человека больше оснований считать себя жидкостью, нежели чем, например, у 40% раствора едкого натрия. Да, с точки зрения инопланетян, мы вообще, наверное, ходячие сосуды с водой. Мы на 70% состоим из воды, а еще на 30% из... В общем, не важно. Важно то, что от качества воды, которая поступает в наш организм, зависит наше же здоровье и долголетие. По сути, мы то, что мы пьем. Если у вас на кухне нет минерального источника, но вы хотите пить кристально чистую и полезную воду, тогда вам нужен качественный фильтр. Компания Гейзер – это один из лидеров по системам очистки воды в России. Но мы не останавливаемся на достигнутом и рады представить вам нашу последнюю разработку. Знакомьтесь, это Макс! Гейзер Макс. Теперь у жесткой воды не остается ни единого шанса навредить вашему здоровью и бытовой технике. К тому же Макс – трудоголик. Он прослужит вам в 6 раз дольше, чем любая другая система. Что такое жесткая вода? Вот лучший ответ на этот вопрос. Большинство жителей нашей страны давно забыли, как спираль в их чайнике выглядела при покупке. А как насчет белой пленки на поверхности воды или непонятных хлопьев в вашем стакане? Знакомо? Компания Гейзер создала фильтр Гейзер Макс специально для решения этой проблемы. Вы можете спокойно кипятить очищенную фильтром воду, и при этом накипи не будет. Также не будет вредных примесей, которые незаметны нашему глазу. Вау! Макс! Гейзер Макс! А теперь урок географии. Обратим внимание на карту. Вот так распределяются регионы нашей страны по жесткости. Красным цветом выделены области с жесткой водой. Темно-красным цветом выделены области с очень жесткой водой. Ну а теперь найдите свой родной город и узнайте, какую воду вы пьете. Грустно, правда? Как видите, на большей территории части нашей страны и стран СНГ вода жесткая. Где выход? Либо срочно собирать вещи и переезжать в Питер, либо установить Гейзер Макс, который очистит вашу воду. Очистка ионообменной смолой, которая используется в обычном фильтре, снижает уровень солей, а также полностью выводит из воды полезные ионы кальция и магния. При этом вода обогащается натрием и может приобрести горьковатый привкус. Именно создатели Гейзера Макса первыми поняли, что жесткость воды может быть не только врагом, но и другом человека. Гейзер Макс отличается от конкурентов тем, что не удаляет соли жесткости полностью, лишь до того уровня, когда перестает образовываться накипь. А значит, вода сохраняет свой полезный природный минеральный состав. Вот почему наш фильтр гораздо действеннее, чем обычные ионообменные системы. Макс выигрывает и у осмотических систем. По качеству полученной воды и простоте устройства. Все гениально и просто, не так ли? В процессе очищения воды участвуют все три сменных картриджа Гейзер Макса. И для успешной работы они должны стоять в строго определенном порядке. Первым в бой с жесткостью воды вступает композитный картридж Aquasoft. Этот боец никогда не устает. Он работает без регенерации на протяжении длительного срока. В составе Aquasoft ионообменные смолы пищевого класса. Их смесь подобрана так, чтобы обеспечить максимальную плотность загрузки. Вот так выглядит обычная смола. А вот так загрузка Aquasoft. На второй ступени вода проходит через Aragon Max. Новая модификация картриджа из уникального материала разработана специально для очистки воды от солей жесткости на протяжении долгого времени. По сути, это материал Aragon Bio, в состав которого при синтезе внедрены гранулы смолы Aquasoft. Уникальные свойства материала Aragon при этом сохраняются. В чем секрет третьего картриджа, спросите вы меня? А вот в этом. Такой же прекрасный тайландский кокосовый орех находится здесь.
в виде активированного кокосового угля. Итак, повторим для закрепления. Первый картридж Aquasoft. Второй картридж Aragon Max. Третий Carbon Block CBC. Только расставив оригинальные картриджи Geyser Max в этой последовательности, вы получите воду нужного качества для себя и своей семьи. Geyser Max – это оригинальная, запатентованная разработка компании Geyser, не имеющая аналогов на рынке. Geyser Max – это фильтр, который умеет думать. Он корректирует состав воды, делая ее идеальной для употребления, при этом сохраняя ее природную минерализацию. К тому же, за счет отказа от полной очистки воды, от кальция и магния, ресурс Geyser Max в 6 раз выше, чем у любого другого фильтра, практически за те же деньги. Простое устройство. Большой ресурс. Никаких регенераций. Вкусная и полезная вода. И все это Geyser Max. Пейте чистую воду и будьте здоровы!